Запись. Так, ну что, запись пошла. Как слышно прием, ребят? Нормально. Давайте на третий гудок. Раз. На мой гудок, ребята, слушай. Раз, два, три. Три круга, ребята. Да алло! Почему я вылетел за кого-то? Ну. Да все, что ты ноешь? Я не могу понять. Что за нытье? Это гонка, а не это самое. И за кого-то. Надо было думать. Три круга, ребята. Мне его выпнули прям перед лицом. Да все, успокойся, хватит. Кутулы. В этом и есть заключается. Все, я вас не нагоню больше. Это мы еще не знаем. Вы разложились там. Блять! Спасибо, пожелал. Второй круг, ребята. А кто первый идет? Мил? Не должен быть Мил. Он мне перед лицом вылетел. Серега, что? Все, третий, да, круг, ребята, это ж последний. И меня просто оглушило на повороте. Я ни во что не врезался. Блять, все. Кто первый был? Это кто, говорю? Я. Ты первый, что ли, да, Серег? Ну чё у нас, победитель Серега? Серега, я тебя могу поздравить. Да подожди ты, чё ты? Чё с тобой? У меня уже приказ работает. Подожди. Ребята. Всё, беру, значит, это самое, шампанское. Беру шампанское. Серега, мои поздравления тебе. Как слышно, бро? А чё? Третий круг. Серега выиграл, всё. Три круга. Я первый проехал. Ты чё? Все, поздравили, Серега. Честно, броня. Так, все, это самое. У кого чего? Как он проехал? Три. Если я его догнал на втором. Так. Мил, ты что-то путаешь? Давайте поравнялись. У кого-то тачки? Да, едет. Давайте мы сейчас починим. Да, поехали чинить тачки, поехали чинить. А кто переворачивался? Мил, ты переворачивался? Это кто, говорю? Кто на самом старте перевернулся? Мил, слышишь меня? Ты переворачивался уже? Ты переворачивался? Да, переворачивался, капец. Ну как тебе, нормальная физика вот такая? Для таких? Да, нормально. Интересно? Давайте делать машину. Все, сейчас. Да, у меня машина поехала. Меня бро сейчас сделает тачку. Да подождите. Это не к тебе приехал, а ты думал, это мой ремонтик. Я не понял, а что это он? С ума сошел, что ли? С ума сошел, что ли, бро? Давай через этого пустим салют. Давай, бро. Давай, сейчас у меня ремонтик сделает этот самый. Сделает барбекю здесь. Блять! Ты испугнул моего ремонтника! Салютчик, нафиг, все. Блять. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, посмотри, я подожди, поставлю свою тачку. Да, в принципе, у меня нормально. Нормально, на три круга все хватит. Блять. Ребят, можно мне машину, пожалуйста, починят? А тебе что, не починили, что ли? А вон у меня механик стоит. Ну, подъедь. Давайте все на трек.
Мил, ты Я поехал чиниться. А че у тебя, подожди, ты сейчас только чинился. Я перевернулся только что. Да вот посмотри, у тебя целое все. Посмотри, да, ее справа. Да, у меня раздолбанная хлам. Ну иди чинись. Мне механик хочу. Забыл закрыть да, капот, и он отломился. Такого быть не может. У меня капот был открыт. Так, все, чинитесь. Мил, слышишь меня? Мил, слышишь меня? Ты куда поехал? Все, чини, давай, вызывай ремонтника. Я к механику. Ой, нормально то, что я сейчас перевернулся, встал на колеса и просто на дыбах поехал. Рома, давай мозги не компенсируй. Все там нормально. Я на дыбах только что поехал, Боря. На дыбах это мне как? Мне кажется, это ненормально. Я видел, что ты на двух колесах сейчас только что поехал. Не на двух, на двух задних колесах. Мне кажется, это ненормально, Боря. Не знаю. Что-то я такое не встречал. Я показал. Офицер, вам показалось. Что ты делаешь? Ремонтника вызвал. Сейчас. Ну что ты делаешь вообще? Опять ремонтника расстановил. Убери! Не, ну Рома, ну, я не понимаю, что с вами происходит, я не могу. Вам что, не весело? Рома, опять ремонтника надо вызывать. Все, где? Мой ремонтник встал. Не был. У тебя да и вон не он идет. Ремонтника. Вон у меня так дочка идет, смотри. Ой, говнюк. Не доставайте стволы, а то вы спугнете ремонтника. Чини давай, а то в прошлый раз капот не закрыл, в этот раз закрой хотя бы. Говнюки, блин, какие-то. Все, на трек все, давайте. Все готовы? Давайте, три круга. Почему у меня колесо лопается? Потому что ты неправильно ездишь на машине. Он мне только что механик машину. Так, но я так понимаю, что все готовы, правильно? Где три, где четвертый? Да что такое? Я не могу понять, кому места мало. Лалым. А все, я уже прикололся. Не больше. Ну к чё, ну где он там? Ё-моё! Что за люди? Заебал. Я вообще от первого лица попробую. От первого. Кстати, давайте все от первого лица. Ребята, от первого лица это вообще. Это такое огонь. Все, все от первого лица, только честно. Вот я, смотрите, я переключился от первого лица. Ты ему скажи, что пожалуйста. Ну сейчас он подъедет, подожди. Так, четвертый, слышишь? Рома, смотри. Это самое, значит, босс, слушай. Бро, слушай, короче. Сейчас все едут от первого лица, только честно. Что от первого лица. Лицо? От первого лица это ты вот видишь из машины вид. Просто из машины вид. Все, на третий сигнал. Мы обычно так всегда и видим. Как на мы третий... еще это можем видеть? Нет, ты не понял. От первого лица, вот как бы не машину видишь, а ты Боря, изнутри. Играй. Изнутри автомобиля. Все, так давайте, я даю отчет. На третий гудок рвем. Ты от первого лица сейчас играешь, Рома? Все, поехали, ребята, начала. Раз, два, три. А чё звук такой приглушенный? Все правильно, офигенная тачка, офигенно, звук офигенный. Я буду ждать, пока вы перевернетесь. Блять. Так, первый пошел. Кто второй едет? Кто второй едет? Не знаю. Это пиздец. Вот кто едет второй, собака. Так а чё ты, я вообще отстал. Это второй круг.
Да, я, конечно, слабовато, надо было мне... Ой, еще минус один. А, да? Еще минус я. Последний круг, ребят, это третий, да? Да, это третий. Блять! Ну все, кто там первый? Давай. А куда он пошел? Куда? Когда нет, все, назад возвращаемся. Че, у кого что там получилось, ребят? Кто пришел первый? Я так понял, третий пришел. Ну давайте поравнялись. Если я вообще не перевернулся, я по вторым был. А кто первый, Мил, что ли? Милф, ты первый? Да, правильно. Подожди, подожди, Милфа надо поздравить. Подождите, ребят, подождите, надо Милфа поздравить. Милф, ты где твоя тачка? Давайте салют запустим. Нет, не салют, а это достаньте бокалы шампанского. Достаньте, а где Милф? А, так, Милф. Торжественно тебя награждаю, хочу тебе, так сказать... Сейчас смотри, сейчас достану, подожди. В общем, мы, так сказать, брызгами шампанского поздравляем. Кстати, брызги видны? Нет. Мне нет. Очень жаль. А это вы. А кто это наша красивая девушка? Кто это такая? Она тоже вас поздравляет, Милф. Так, ну что, мои поздравления вы приняли, я надеюсь. Да. Все, садимся в машину. О, это самое. В общем, сейчас гонку и поедем на заправку. Еще гонка. Так, кто дает отчет? Вот это босс японский. Давай, давай, ты. Так, давайте, на третий сигнал. Садись. Раз, два, три. По-моему, это уже было. Ребят, это, по-моему, уже было, понимаете? Какого фига? Хватит. Да блин, теряю скорость. А там у меня что-то бензу уже не хватает. Не может быть. Ну все, молодец, сделал. Ой, блин, пакость какая. Да. Я оглушился, нет? Слушай, какая пакость. Меня вырубило. Кто со мной там меня выкинул вообще за борт, ребят? Я просто в шоке. Ребята, вы увидите этот эпический момент. Меня там просто вообще вот через забор, ребята, через забор. Это просто немец. Так, что, на заправку? На заправку? Через забор вылетел. Вообще просто в кювет у меня... Я улетел в кювет. Что, на заправку едем, ребят? И делаем точину. Я весь поцарапан. Но поехали. Кто едет первый? Я замыкающий. Okay. Ты прекрасен. Бро, ты прекрасен. Как ты можешь быть замыкающим, если я буду замыкающим? Так, давай. Я думал, у меня с тачкой хреново. Давайте, давай. За Романом, давай. Ну чё ты? Поедем, да подчинимся. Ну.
Но... Алло, кто? Бой, я на одном колесе сейчас ехал. Короче, нужно физику тачек делать именно такую, все, я понял. Кто за? Не нужно. Кто за, ребят, за такие тачки в городе? Никто. Чё, ты думаешь? Алло. Кто в белом? Здесь все в белом. Вот цы кто? Бро, здесь все в белом, так сказать. Поеду еще сейчас это самое. Милф, слышишь, что? Наверное, здесь, да? Где-нибудь здесь будем, да, ремонт делать? На дороге. Да, вот туда. Ну давайте вот здесь вот прям, вот здесь вот, на тротуарчик. Всё, я нашел. Скинь свои мечты. На тротуарчик где-нибудь, да, на тротуарчик. Дружище, ты, Милф, подожди, ну куда ты? Ты уже сделал, что ли? Или где твой этот сам? Подожди. Нет, вот он приехал. Отлично. Давай подождем, так сказать. Когда тебе-то восстановят. Вот. А это кто такие? Это я. Мы вас не знаем. Да. Это он типа нашел свой скин, говорит. Гонщик, так сказать, с большой головой. Так, ребят, ну что, все заправились? Я так понимаю. Или как вообще? Сейчас я только тачку починю. Ну давайте, тачку чините. Боря, поедем. У меня уже сигары есть. Да, ты крут. Я вижу большая голова. Большая обезьянья. Давайте мы тебя будем называть большая обезьянья голова. И у меня большая сигарета. И у тебя большая сигарета. Знаешь, что под сигарету надо? Чё? Пивко. О, кого-то понесут сейчас. Это ты для себя, наверное, или для Милфа? Мил, для тебя уже. Это для меня. Блин, я вылетел, ребят. Я вылетел. Я старый босс. Ну ничего, а ничего, сейчас я тебе. Повезли меня. Ты тоже? Да, у меня тоже вылетело. А что, все вылетели? Нет. Не знаю, у меня вылетело. Пипец какой-то. И у тебя тоже, Рома? Нет. А, нет. О, все. Пошли. Нормально. Ты в игре? Они да. Слушай, у меня вылетело точно. Сейчас я буду закрывать программы. По одной. Начнем с это самое. Белуга, размыча. А как встать с кресла? А, икс. Я тут. Ребят, сейчас, короче. Да, у меня вылетела ошибка, написалась в FM. А у меня все нормально. Вот они вдвоем почему-то не вылетели, мы. Так, ребята, вы мне скажите, вы роли вписали свои или нет? Скажи еще раз, ты предлагал, и мы не услышали. Че ты говорил? Смотри, вы роли свои вписали на этом самом. Там предлагались в спаме, посмотри, роли. Там заставка, короче. Кто снимается в этом сериале, так сказать. Вот, сегодня у нас, видите, так, гонка. Вот. Белуга, ты тоже вылетел? Ладно, мы пока.